Идет еврей по пустыне в Палестину и видит осла. Осел, а как тебя зовут? Арабский скакун. Отлично, так на бирке и напишу. Мужик, бери осла, до Киева довезет и назад. Хорошо, вот твои 100 шекелей. Отлично, жду тебя завтра, в это же время приведу осла. Простите меня, но осел сдох. Ладно, верни мои 100 шекелей. Извините меня, но я их потратил, можно оставить у себя осла. Хорошо, но что вы будете с ним делать? Я разыграю его в лотерее. Но ты не сможешь его разыграть в лотерее. Смогу, поверьте, я скажу, что он не сдох, а спит. Через пару месяцев встречается еврей и тот мужик. Что случилось с тем дохлым ослом? Я его разыграл, как я и говорил. Я продал 500 лотерейных билетов по 2 шекеля каждый и получил 898 шекелей, и вот держи свою сотню. Никто не протестовал. Тот дед, который выиграл осла, но не сильно долго сердился, и его 2 шекеля отдал его семье, говорят, положили ему в гроб.